Сегодня мы снова решили пройти в кафе Монпусье. Мы там когда-то были давно. И сегодня там будет проходить тусовка не школы барабанов. Вообще такое маленькое помещение и такой громкий звук. Даже вот с улицы отсюда слышно. В общем, неинтересно, что там внутри происходит. Что могу сказать? Побрили нас. И школа барабанов выпускает не барабанщиков, увы. Нас просто развернули на входе и сказали: пиздуйте отсюда. Ну, конечно, не в таком смысле, но в очень прямом, закрытая пати, все дела. Зачем нас приглашали? Я